Всем привет, кто меня смотрит. Делала последнее видео о своих цветущих орхидеях и совсем забыла свою звезду. Она у меня тут висит наверху. Я как-то наверх не смотрела, смотрела по сторонам, что внизу, а за нее забыла. Ну, вообще-то она такая красивая, что заслуживает отдельное видео. Солнце отсвечивает, и ее не очень хорошо видно, поэтому я ее сейчас сниму и покажу, расскажу, кто это. Это вот такая красавица Катлея. И зовут ее Катлея Трианяй Конколор, или Трини ее называют. Я ее заказывала. Ох уж и не помню когда. Помню, что заказ мне этот очень долго ехал, и получила я ее аж в сентябре. Вот такая красивая. Очень нежный цвет. Это моя вторая Трианяй. Первая Трианяй я ее купила год назад, по-моему, в марте. И она у меня уже цвела. Потому что я ее купила тоже уже с чехлами, и она у меня процвела. Видео о том, как она цвела, у меня тоже есть. Я вставлю ссылку под это видео. И кто хочет, может посмотреть еще раз. Или кто не видел, посмотреть по новой. Она у меня замечательно растет тоже в таком же кашпо. Я ее сейчас достану, тоже покажу. Значит, это кашпо из пробкового дерева. По периметру много отверстий тут. Что еще удобно вот в этих кашпо, да? Закрепить хорошо котлею, дырочку просверлить, вставить палочку и по ризоме ее закрепить, она не качается никуда. Эту я покупала тоже с чехлами. И вот... Хорошо, как получилось, что мы эти чехлы не засушили, а мы их распустили. Как же она мне нравится. Аромат какой у нее. Так, и еще вот два бутона. Эти еще не открылись. Я не знаю, к ней можно столько эпитетов подбирать. Такая она вся утонченная, изящная, аристократическая. И текстура самих лепестков, вот вся вот такая нежная, шелковистая какая-то, такая вот, как дорогой шелк, что ли. Сама вся такая форма очень изящная, это ее труба. Очень красивая. Значит, цвет вот это как точно такой сейчас, как вы видите на экране. Вот слегка какая-то сирень. Прям вот, ну, совсем чуть-чуть, немножко ярче губа и желтая серединка. Вот это такой конколор. Вот, и цветочки у этой меньше, чем цвела та моя первая. Но ничем не хуже, то есть такая же форма, такие же красивые. Было бы много места, я бы не знаю, сколько я их купила. Цвела она очень долго, да, я не знаю, как это будет цвести. Как же она мне нравится. Так, она уже тут хорошо укоренилась. Но, наверное, корней мы тут у нее не увидим. Потому что они пока идут внутрь. Вообще, котлеи, хочу сказать, в таких горшках очень хорошо растут. Я вот некоторых посадила, пересадила. Просто замечательно. Сейчас я достану вторую, покажу. У той кашпо намного больше. Ну и там уже можно будет увидеть, как хорошо разрастаются корни. Ну, в принципе, вот я немножко коры отодвинула. Можно увидеть, что вот эти тоже корни туда хорошо идут. А то голубенькое, если кто-то будет вопрос увидит, то от улиток средства. Улитки, я не знаю, вездесущие, залазят на все этажи. Так, сейчас я достану вторую и покажу. Вторая тоже стоит вот наверху, получает много солнца.
Там такое солнце, которое не жарит. Ну и вот сразу видно, да? Корешок какой у него там торчит. Сейчас я достану. Вот он сразу корень. Она его показывает, как хорошо. Чувствует она себя замечательно. Вырастила она у меня два роста. Но они без чехлов. Ну, это понятно, ей нужно было укореняться. А я ее тогда купила тоже с чехлами. Она у меня процвела просто. Не моя заслуга, как одной и второй. Но красота необыкновенная. Было бы много места, я бы еще и других окрасов тоже купила. У этой цветы были больше и немножко поярче. Вот сейчас вы видите фотографию, можно сравнить одна и вторая. Вот так же, как они стоят. Одна слева, вторая справа. Так, это уже начала расти у нас. Вот один ростик. И с другой стороны еще один. Ну, я не знаю, так она расти начала сзади. Интересно. И тут же сразу можно посмотреть корни. Я их сегодня побрызгала всех хорошо. Вот они так разрастаются хорошо по самой этой коре. Кора для них это такой природный, естественный, родной материал. Она с удовольствием растет. О, увеличила, заметила почечка. Может, еще у кого-то вылезет. Прям вот видно. Хорошо. Такие уже хорошенькие ростики. Значит, если кто будет смотреть то видео прошлое, сверху у нее лежал мох в прошлом году, чтобы она укоренялась, держал немного влагу. Вот еще немножко корешки. Как они хорошо вот лезут на эту. И я этот мох убрала и просто сейчас нарезала лесного мха. Видно. И кора тут. Этот мох, он быстро просыхает. И прям вот нарезала еще такой коры. В лесу как собирается сразу с мхом, где прирастает, тоже так положила. Посмотрите, как хорошо тут корни растут. Все дышит хорошо. В этом горшке по периметру тоже много отверстий. И вот у нее сейчас как раз такой процесс. Новые росты, новые корни. Она уже очень хорошо укоренилась. Посмотрите, а там внизу еще много камней. Сейчас я попробую показать. То есть тяжелый горшок. И можно увидеть корни. Ой, сейчас еще, сейчас наведу резкость. Вот тяжелый довольно горшок. Можно увидеть, что тяжело ей держать, если корней нету. И вот столько уже корней. Вот они лезут. Так. Вот отсюда вылазят корешки. В общем, она там по стенке замечательно растет. Ей так это нравится. Короче, всем советую. Вот это, наверное, для выращивания котлей идеальный вариант. Там у меня еще наверху растут тоже котлей, замечательно пускают в эти горшки корни. В общем, я сейчас буду, наверное, если мне Светик еще таких горшочков вышлет, буду все пересаживать в основном. За исключением сильно больших, которых подвесить будет некуда, а лучше поставить, то лучше так. Как цвела вот это? Сейчас маленький кусочек вы увидите. Это то видео, когда я ее снимала, как раз тоже так восхищалась, тоже все эти эпитеты показывала. И сразу видно по отношению к руке, какой цветочек большой или не сильно большой. Там, да, цветы реально были у той намного крупнее. Эту я просто купила на выставке, потому что я ждала заказ вот этой. А на выставке просто продавалась вот это. Я уже не помню, как ее зовут. По-моему, вспомню, напишу. Я не знаю, где ее этикетка. Там какая-то Эквагенера или Эква, какое-то такое название было. Но тоже очень красивый цвет был, когда она цвела. И потом, когда приехала эта... И тоже с чехлами. Ой, как же я радовалась, что они начали расти. И появились вот эти цветы. И еще два бутона.
Эти попозже откроются. Конечно, в интернете очень много фото, когда цветут очень много бульб и такие красивые цветы. Просто прелесть. Ну, на этом, наверное, все. Звезду свою показала. Но как я за нее, как же я за нее забыла. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Как всегда, всем желаю хорошего настроения, удачи всегда и везде. Пока-пока.